Привет, друзья! В этом ролике мы с вами научимся летать на воздушном шаре в Расте. Ролик будет максимально коротким, я покажу вам, как летать и сколько ракет нужно, чтобы разрушить воздушный шар. Поэтому быстрее ставь лайк, подписывайся на канал, а я взамен научу тебя, как летать. Вообще, на картах Раста очень много воздушных шаров. Лично я их чаще всего встречаю на дорогах и там, где много деревьев. Думаю, за 2-3 минуты ты их спокойно найдешь. Когда я вообще ничего не понимал в этой теме, я постоянно задумывался, как мне запустить воздушный шар. Все очень просто. Находим шар, заходим в его кабину и смотрим на верхний потолок. Там мы видим бак для топлива. В него нам нужно влить топливо низкого качества. Заполняем бак как можно больше. Например, я не смог влить больше 500 топлива. И все. Нажимаем красную кнопку, и горелка будет надувать на шар. Теперь внимание, самое важное. Сейчас я объясню, как управлять шаром и какие внешние обстоятельства влияют на его движение. Важнейшим фактором вашего движения является направление ветра. То есть, куда дует ветер, туда вас и несет. Чтобы понять, куда дует ветер, нам поможет флюгер, который находится над красной кнопочкой. Я рекомендую для начала набрать как можно большую высоту. Флюгер всегда должен смотреть в ту сторону, куда вы хотите лететь. Если он смотрит совершенно в противоположную сторону, вам нужно выкрутить красную кнопочку и дождаться, когда ветер направит его в нужную вам сторону. Затем включаем горелку и летим в нужном нам направлении. Вот и все, в этом нет ничего сложного. От себя могу лишь добавить то, что лететь на нем очень долго. Но зато это один из самых доступных способов, чтобы разведать карту. Потому что, выбивая бочки на дорогах, нам часто выпадает топливо низкого качества. Ну и получается, нафармили мы топливо и просто полетали по карте, посмотрели наших соседей. Думаю, это быстрее, чем собирать машину. Ну а чтобы разрушить воздушный шар, вам потребуется 6-10 ракет, при условии, если его кабина без защиты. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Thank you.